Вот и все. Это точно. Я знаю, за что я умру. А ты? Я устал. Пусти меня. Пусти меня к ней. Положи оружие. Вот тебе. Это все из-за тебя. Вся боль, которую ты причинил людям, Смолин, вернется к тебе. Брось телефон, сука. Как же, уже бросил. Брось телефон, сука! Давай, стреляй. Что, так уже сложнее? Я не беззащитная девушка и не гостья на свадьбе! Ну и что? Дальше что? Это пад. А ты все играешь сейчас, Матва. Но тогда ты должен знать, Белов, что такое действует с учетом угрозы. Стоять! Стоять, я сказал! Ты же знаешь, как меня остановить. Стреляй. Или выстрели в колесо. Но ты также знаешь, что как только отведешь оружие, получишь пулю в лоб. Комбинаторика. ФСБ, в той машине вооруженный преступник особо опасен. Еще. Бросай. Ну как, жив? Да вроде все. Слушай, спасибо тебе. А то сгорели бы. Уходим дальше, машина горит. Давай, поднимайся. Да. Разрешите? Да ничего. Как сквозь зиму. Так всегда. Товарищ полковник. Давай просто, Павел. Да нет, мне так проще, по-своему. Товарищ полковник, если Смолин приехал на кладбище, это как-то не вписывается в наш расклад. Он не убивал ее. 100%. Я видел его глаза. Если он не шизофреник, но это вряд ли. Но это версия со слов Ежова. Что получается, он нам все чешет? А зачем Ежову врать нам? Зачем? Чтобы подставить Смолина. Да хотя, что его подставлять? На нем и так 100 пожизненных и 15 вышек. Вот тварь. Ее убили по ошибке. Это не ее машина. А наверняка Смолина. Его-то и хотели замочить. И похоже, сам Ежов. Видимо, что-то в его истории правда, но далеко не все.
Если Смолин ездил на его машине, значит, они не разбежались, как он говорил, а Смолин продолжал на него работать. Два новых вектора работы. Я работаю по Ежову, а ты по родственникам и друзьям Азаровой. Может быть, после ее смерти кто-нибудь захочет что-нибудь рассказать. Что с тобой? Они промахнулись. Что? Кто? Те люди, которым я заплатила деньги. Он жив. Наташа, ну, тут я уже ничем не могу тебе помочь. Они убили другого человека. Девушку. Она взорвалась в машине. Черт. Что мне делать, Олег? Ну, я думаю, связываться с ними не стоит. И о себе. Как мне жить дальше? Прости. Прости, что я тебя втянула во все это. Я боюсь домой ехать. Я боюсь Паше в глаза смотреть. Он знает, какое такое ощущение, что он видит меня насквозь. Он все поймет. А ты ни в чем не виновата. Ты хотела защитить свою семью, свою дочь. Ты же мать. Я все понимаю, Олег. Но разница в том, что я хотела. И то, что я сделала, она не то, что меня пугает, она меня убивает. Наташ, ты чего? Так что-то. Что-то случилось? Все, что могло случиться, уже случилось. Паша, у меня как будто грязь на душе. Черная грязь. Я тебя понимаю. Не бойся, я с тобой. Что? Не понял. Послушайте, я уже ответила на все вопросы из вашего этого следственного комитета. Да? Я не из следственного комитета. Я из КГБ. Знаете, вообще-то у нас уже давно ФСБ. Серьезно? Угу. Знаю. Я из КГБ. Так. Слушайте, я чего-то не поняла. А предъявите, пожалуйста, еще раз это ваше... Сядь. Сядь. Будешь отвечать на мои вопросы. Ответишь быстро, уйду быстро. Договорились? Договорились? Отлично. Знаешь,
знаешь его? Нет. Точно? Посмотри. Знаешь? Нет. Хорошо. А может, ты просто невнимательно посмотрела? Что вы делаете? Я? Воду набираю. Что вы делаете, я спрашиваю? Не повторяй этот вопрос. Отвечай на мой вопрос. Ты знаешь этого человека или нет? Слушайте, я его вижу впервые в жизни. Послушайте, пожалуйста, я просто заявлю на вас. Вас посадят. Да ты что, серьезно? Скажи, а по-твоему, я кто? Вы зачем налили эту воду? Это потому что смотришь, что творится. У тебя раковина протекает. Ты видишь? Ты посмотри. У тебя протекает раковина. Да ничего у меня здесь не протекает. Вообще-то я могу это делать очень долго. Очень долго. Это не побои. Синяков не будет. Правда, ты можешь отрыгнуться? Или сердце отпусти? Ой, ты кому как? Я ни при чем! А ты знаешь, вообще всем ни при чем. Посмотришь еще раз на фотографию, а? Да! Посмотришь? Да, да! Это Леша. Леша Смолин. Леша Смолин. Они с твоей сестрой расходились? У нее был другой мужчина? Нет, ничего такого не было. Я понимаю, понимаю. А вот этого мужчину, ты знаешь? Зачем вы меня вызвали? Что-то новое узнали? Да, узнали. Похоже, вы нам врали, Виктор Андреевич. Смолин, конечно, совершил много преступлений, но сам ли он их совершил? Или был всего лишь исполнителем? А на что это вы намекаете? Ну, подумайте. Он ведь на вас работал, сами говорили. Да, но он занимался вопросами бизнеса, и никаких преступлений, по моему приказу, он не совершал. Тихо, тихо. Ну что вы так разнервничались? Заказчики иногда убирают исполнителей, если те знают слишком много. Что? Смолин Азарова не убивал. У меня есть причины так считать и даже знать. Ну, тогда ее убил кто-то другой. Вы. Я? Особых денег у Азаровой не было. Убийство только по личным мотивам. Значит, либо Смолин, либо вы, если верить вашей истории о романе. Или же Азарову вовсе не хотели убивать. А взорвать хотели кого-то, кто должен был поехать на вашем автомобиле. Подождите. Азарова оказалась за рулем по ошибке. И судя по всему, так как она жила со Смолиным, за рулем должен был быть именно он. Вы зачем мне это сейчас все рассказываете? А? Вы... Тихо, тихо, тихо. Не надо сейчас ничего говорить. Я понимаю, вы сейчас начнете звонить своему адвокату или еще кому-то. Это понятно. Виктор Андреевич, послушайте, что я вам сейчас скажу. Сейчас доказательств нет. Но если это убийство ваших рук дело, цепочка раскрутится. Найдут исполнителей, тут вариантов нет. Если их убрали, найдут через взрывчатку, через слежку за объектом. Найдут, все равно найдут, поэтому лучше скажите сами. Стоп. Знаете, что-то мне не очень хорошо. Вы воды не можете дать? Спасибо. Это же бешеная собака. Но вот зачем вы хотите найти тех, кто хочет его убить? Погиб невиновный человек. Не ангел, конечно, но все же. Убийца должен быть наказан. А я не организовывал никаких убийств. Вообще, я не такой человек. Что-то не очень похоже. Но тем не менее, это так. Ух,
охране работают люди, которые, ну, скажем так, знакомы с криминальными кругами. Там прошла информация, что Смолина заказали. Очень серьезную команду организовали для этого. Бешеные бабки предлагали только за одну информацию. Но я боялся его, понимаете, я сейчас его очень боюсь и... Ну, я знал, где он находится, и поэтому вот, как бы, ну... Навели на него? Ну, это все. Клянусь матерью, это все. Кто сделал заказ? Я никаких имен не слышал. Ну и вряд ли их кто-то называл вообще. Здорово, брат. Младший, ты же умер. И чё? Чё, мы теперь с тобой поговорить, что ли, не можем из-за этого? Ну как ты? Не знаю. Я как-то... Или никак. Жизнь, брат, она такая смешная штука, оказывается. Все умерли, младший. Все. Мама умерла. Батя умер. Ника. Ты тоже умер. Но ты-то живой, Лех. Че толку-то, брат? Че теперь делать-то? Может, скажешь, а? Может, тебе там виднее сверху-то, а? Хотя там, наверное, ничего нет. А если есть, то ты-то уж точно в аду. Я? Не, брат. У меня тут тихо. А ты в аду. Ты его построил сам, брат. Теперь будешь жить в нем до конца. Ну, а долго это будет продолжаться или нет, Лех? В общем, не имеет значения. Ничего, ничего нельзя сделать. Смерть не жизнь, тут не добазаришься. Прости меня, младший. Не уберег. Да ладно, Лех. Лех. Ты чьей желтой доверяешь? Я к вам, товарищ полковник. Очень кстати, у меня новости. Что, Ежов раскололся? Отчасти. Выдал кое-какую нужную информацию. Ну, а может, отдадим его нашим по экономике? Распакует весь его бизнес, но он тогда нам все расскажет. Нет, там все не так просто. Думаю, бизнес у него легально прикрыт. К тому же, кому-нибудь он да и платит. А отдадим нашим по экономике, ну, сам понимаешь, заберут его по своим делам, а то, что нам отдадим, как-то не очень интересно будет. Ну, да. Заходи. Ты навестил сестру Азаровой? Угу. Сказал что-нибудь полезное? Пока нет. Спасибо. Что значит пока? Да, она мне в Лефортово. В карцере отдыхает. Что? Так надо. Так надо? Так надо. Ты вообще на каком основании ее задержал? Не на каком. Наплел и пурги. У меня там дружок старый, начальник оперативной части. Ты чего, майор? У тебя вообще с головой все нормально? А если это куда-то просочится? Нас всех с дела в два счета поснимают. Это в лучшем случае. Менты сутки кого-нибудь продержат, вся смена под увольнение. А ты без оснований подозрений притащил человека, да еще каким-то образом его запихнул в карцер. Да что вы в самом деле, товарищ полковник? Она даже не знает, где находится. Вывезу ее обратно, высажу у подъезда. Кому она что докажет?
Я сразу не хотел с тобой работать. Ты знаешь, какие слухи про тебя гуляют? Да это все неправда. Правда гораздо страшнее. Я был у нее дома. До этого пробил по базам. У Марины Азаровой есть сын. Кстати, ваша тезка. 6 лет. Но ребенка я не увидел. На вопрос, где ребенок, сказала, что у няни. Что это за няня? Где она живет? Все такое прочее. Закрылась. И поэтому ты притащил ее в Лефортово и бросил в камеру? Она сестру родную только что хоронила. Да нет, не только поэтому. Вот что я взял у нее дома. Ну что? Я вижу, он тоже вам кое-кого напоминает. Теперь посмотрите рядом. Или Смолина приходовал сестру Азаровой, что тоже не исключено. Или это их ребенок, но записанный на нее. 6 лет назад Азарова бросила институт по неизвестным причинам. Смолин уехал, она осталась. Была беременна. Сестру Азарову отпустить, но контролировать. Этого ребенка надо найти во что бы то ни стало. Ну что, играешь? Паш, может, ты все-таки покушаешь, а? А у меня котлетки вкусные есть. Ну, хочешь, тебе пельмешек сварю? Ну, играй. Этот мальчик был похищен, и ему угрожает опасность. Вот на экране вы сейчас видите фотографии предполагаемых похитителей. Их 2. Если вам что-нибудь известно о похищенном, свяжитесь по телефонам горячей линии, которые сейчас вы наблюдаете внизу экрана. Я пройду? С оружием нельзя. На меня приказ. И телефон. И телефон тоже? На меня приказ. Спасибо. Ты хреново выглядишь. Не мое это все. Никогда не смогу тянуть на полную катушку. Что? Ну что? Да ты боишься, Витя. А ты чего хотел? Меня ФСБшники уже 2 раза допрашивали. Нет, ты не их боишься. И не сесть ты боишься. Ты меня боишься. Но судить тебя трудно. Я сам себя иногда боюсь. Слушай, ну давай, может, это... разбежимся? Я тебе все отдам. Все для меня бесполезно, Витя. Если тебя нет. Ты же помнишь наш уговор? Помнишь, что будет, если ты его нарушишь? Все буду делать! Все, что скажете! Работать на вас! Погром жизни! Весь мой бизнес! Ну помоги же ты мне! Ты же можешь все! А это, Витя, останется у нас. Чтобы на всякий случай напомнить тебе, если ты вдруг забудешь. Я вот все думаю, кто Нику-то убил. Ну, то есть, кто меня хотел убить? Так ведь... Блатные те? Да что-то не верю я. По горячке на них рыпнулся, сейчас приходит осознание. Но почему? Ведь у них... Они, если бы кого-то и решили грохнуть, так это тебя, Витя. Меня? А кого? Я, по их мнению, рядовой боец. Чтобы попытаться меня убить, надо знать, кто я. Какую роль играю. И что ты думаешь?
Людей, которые хотели бы убрать меня лично, не так уж и много. Но я, кажется, я знаю, как обстоит дело. Это чекисты. Чекисты. Месть. Теперь они не будут пытаться взять меня. Без суда и следствия. Они решили действовать моими же методами. И теперь что? Теперь тягаться с ними бесполезно. Я, конечно, классный парень и все такое, но это уже даже не смешно. Надо валить. Ну, слава богу. Возможно, сделаю пластику. Возможно, еще что-нибудь. Но сначала мне нужны деньги, чтобы дать задачу привести сына. Вот с этим-то как раз поосторожнее. Его теперь полстраны знает. Чего? Ты что, новости не смотрел? Я позвонила сразу, как только увидела. Я ни в чем не виновата. Я ничего не знала про это похищение. Успокойтесь. Понимаете, у меня работа, я профессиональный гувернер. Иногда клиенты оставляют детей у меня дома. Вот и Виталик тоже, но... Виталик сказал, что Паша – его сын. Паша. Паша. Привет. Эй, Паш. Паша. Меня тоже зовут Павел, давай познакомимся. Что с ним, он меня понимает? Ну, похоже. Но он не разговаривает. Иногда мне удается от него чего-то добиться, а так... У меня был такой случай, похоже, это аутизм. Я приглашу наших специалистов-психологов, они проверят. Его вернут родителям? Там все не так просто. Но в любом случае о ребенке мы позаботимся полностью. Это я вам обещаю, даю слово. Хорошо. Надежда, в ближайшие несколько месяцев, ну, пока у нас тут продолжается одно дело, вас поместят под охрану. Меня? Да. Круглосуточный контроль. Вполне возможно, место жительства тоже придется сменить. Да вы что? Зачем? Нет, у меня работа. Надежда, за то, что вы привели сюда этого ребенка, вполне вероятно, кое-кто попытается вас убить. Леха, я ей на все мобильники звонил. Не берет трубу. На городской, на домашнем не подходит. Но соваться туда нельзя. Если на нее вышли, там засада. На нее вышли? На нее вышли! Какого хрена на нее должны были выйти? Она здесь каким боком? Она им сама сдала. Сама стуканула, тварь. Как только по телевизору информацию услышала. Может. Может? Лех, ну я не мог предположить, что так получится. Она нормальная баба, она мне все время помогала. Нормальная баба? Нормальная баба, она моего сына сдала им. Лех, не психуй. В этом никто не виноват. Ты же сам просил меня так сделать. А потом ему там будет не хуже. Ну, не хуже, чем у нее. Они помогут ему позаботиться. Ты чё, Лёх? Ты чё? Друг, это ж я круглый. Это ж я. Завязывать надо круглый. Завязывать с этим. Что это значит, а? Лёха, это были реки крови. Валить надо. Проваливать. По-другому я хотел. Не ожидал я, что этот Лилов не рассчитывал я на такого. На какого такого? Умного? Равного. Не думал я, что такие под погонами ходят. Да хрен вы с ним, Леха.
Хрен с ним. Правильно ты сейчас сказал. Валить надо, завязывать. Вот только непонятно, где мы будем жить. И на какие бабки. Уезжаю, заберем по максимуму. Там на Украину, потом в Европу. Ну, а дальше по ситуации. Вот, отлично. Здравые мысли. Правильно. А Пашку все равно Маринке вернут. Но она ж по документам ему мать. Ну, уж там потом. Как-нибудь. Если ты думаешь, Круглый, что еду без сына, ты глубоко заблуждаешься. Да, Николай? Товарищ полковник, со мной сейчас связались наши психологи из центра. По поводу сына Смолина? Да, так точно. Что с ним? Какое-то заболевание? Они сказали, что это наверняка никакой не аутизм. У него просто шок. Но дело даже не в этом. Он плохо слышит еще, и от этого у него восприятие немного не такое. Плохо слышит? Что? Его проверили доктора. Паратравма. Вот черт, он был в этой машине. Пашенька, расскажи мне еще кое-что. Помнишь, ты говорил, что в машинку лазером стреляли? Да, как в мультике про трансформеров. Там робот в машину стрелял, а машины так загорались. Смотри, машинка вот такая была? Нет, она с крышей была. А, с крышей. А где ты сидел? Смотри. Солдатик – это ты. Покажи, где ты сидел. Посади солдатика. Вот здесь. Вот здесь? Угу. А вот здесь кто сидел? Мама. Мама. А еще кто-нибудь был в машинке? Папа, он мне молнии чинил. А девушка, которая с ним работает, специально такая? На мать похожа. Угу. Разумеется. А это не травмирует его? Он подсознательно ассоциирует ее с матерью. Он же ничего не понимает. Он вообще, похоже, мало понимает и помнит, что там произошло. Психологическая травма у него серьезная? Трудно сказать. Мы только начали работать. Но он уже разговаривает. Думаю, со временем, работая, мы сможем снять все негативные последствия. Пашенька, Паш, а давай мы с тобой сыграем в одну интересную игру. Какую? Я вот здесь положила фотографии 5 разных дядей. И ты должен из них показать мне на своего папу. Потом ты отворачиваешься. Я фотографии поменяю местами, и ты снова должен будешь показать на своего папу. Угу. Если ты угадаешь 3 раза, то ты получишь самый главный приз. Какой? Узнаешь, когда выиграешь, но тебе понравится. Угу. Отворачивайся. Не подглядывай. Ладно. Поворачивайся. Молодец. Отворачивайся. Просто молодец. Эх, достанется приз тебе. Хотела я сама его съесть, но... Да, что и требовалось доказать. Он тоже был в этой машине. Вообще так, из предварительной работы ребенок любит отца. Никакого негатива с ним не ассоциируется. Трудно поверить. Как из вот таких вот детей вырастают такие взрослые? Несмотря на воспитание, опыт, окружение, наставление, некоторые люди просто не могут не разрушать. В их природе заложено причинять другим страдания, боль, испытывать ненависть ко всем и вся. Может быть, это и есть то, что называется зло? Ну и где он?
Он не мог же в пробке застрять среди ночи. Да он потерян слегка, не выдержал дядя. В смысле? В смысле сдает. Заливается много. Наркоту долбит жестко. Шлюхи. Ну и прочие радости жизни. Надо же. Кто мог подумать, что так произойдет? Спрячься где-нибудь, грубый. А зачем? Во-первых, я хочу, чтобы ты меня прикрыл. Значит, рядом есть всегда еще один ствол, если что. Прикрыл? От Ежова? Ежов, если ты знаешь, ходит теперь исключительно с несколькими бойцами, на чем настояли сами мы. Бойцы эти, сам знаешь, профи. На чем настояли тоже мы. Ой, какая разница? Или ты думаешь, что он не захочет вернуть бабки? Какой вариант исключен? Ну вот и все. Какие проблемы? Он может просто грохнуть нас. Не лично. Приказать. Правда, есть сдерживающий фактор. Он думает, что у нас на него компромат, и что он может всплыть после нашей смерти. Но я бы не поставил последние деньги на то, что его это остановит. Так что я бы предпочел бы, чтобы он не знал, где ты. Пока ты для него скрытая угроза, ты знаешь, где он и что он, а он про тебя не знает ничего, он будет бояться что-либо предпринимать. А вот увидев нас рядом, вместе, он может подумать, что это шанс. Накиси, это он. Целая армия с тобой, Вить. Но ты же сам этого хотел. Ладно, нам с тобой поговорить надо. Пускай бойцы на улице подождут. Они останутся. Видеть его не могу. Я тоже, но что делать? А это кто? Это некий бизнесмен, на которого работал Смолин. И который долгое время находился в тени. Ну, то есть Смолин был как бы король, который был всегда на виду. А всесильный ферзь находился в тени, получал все выгоды от его дел. Не похож он на всесильного что-то. Ну, внешность бывает обманчива. Расхожее выражение, Паша. Ты знаешь, сколько лет я в бизнесе, и могу тебе сказать, ничто не говорит о человеке лучше, чем его лицо. Внутренний мир накладывает отпечаток на физиономию. Интересная теория. Если так рассуждать, все хорошие люди должны быть красавцы, а все плохие – уроды. Ну, что ты передергиваешь? Смотри, какое лицо, какие глаза. Красавец. На него посмотришь – кровь в жилах стынет. Не говори мне, что это личное. Я точно такое же почувствовала, когда первый раз увидела его фотографию. И это тогда не было лично. Ну, похоже, ты все-таки права. Не тянет Ежов на криминальный мозг. Где-то я просчитался, и, скорее всего, все обстоит совсем наоборот. И тебе нормально, что твои бойцы будут все слушать? А их работу не слушать. Ладно, хозяин, барин. Ситуация, Витя... Накалена до предела. До предела, Витя. До предела. Настало время покинуть сцену и раскланяться. Здорово. А мне что прикажешь делать? Сколько врагов я себе нажил за это время? Мне что-то уже бежать? А ты, по-моему, надежно прикрыт. Вон какие у тебя ребятки-то. И это еще не все, ведь. Думаю, у тебя будет все в порядке. А вы, значит, просто исчезнете. Вы? Ты ко мне на «вы»? Ты и Круглый. Ну да. И Круглого тоже прихвачу.
А где он, кстати? Ближе, чем ты думаешь. Ну и что вам от меня надо? Все наши деньги со всех счетов. А тебе останется бизнес, Витя. Через 2-3 месяца восполнишь, я уверен. Не понял, ты что молчишь? Ты думаешь, что ли? Ты что, охренел, что ли? Ты что, забыл, кто здесь главный? Ты вообще, я смотрю, многое забыл. Ну, снять и перевести все деньги, это не так-то просто. Что? Что ты сказал, Ежов? От тебя должен быть всегда один ответ. Да, я понял. Посмотри на меня, Витя. Посмотри мне в глаза. Да ты ненавидишь меня. Вот это да. Ты ненавидишь меня, Витя. Я читаю тебя как книгу. Раньше просто боялся, а теперь ненавидишь. Ты че, Ежову ты доверяешь? А не ты ли меня заказал, дорогой ты мой? Как же я раньше это не понял. А пожалуй, я тебя убью. Оружие на пол. Лучше молчи. Я не заказывал тебя. Я даже не удивлен это слышать. Знаешь почему? Потому что ты знаешь, что вот сейчас, даже если эти ребята нажмут на курок, ты уже будешь мертв. Тебе уже будет все равно. Да ведь? Леш, не надо. Я правда этого не делал. Мы были в твоем доме в этот день. Как же у меня же все срослось. Да я не делал этого! Не делал я, понимаешь? Я боялся тебя. Я очень боялся тебя. Ты все время заставлял меня делать то, что я не хотел делать. И я просто не мог так дальше жить. Понимаешь, я просто узнал про этот заказ. Там какие-то очень серьезные люди этим занимались. И, по-моему, это из криминала. Ну, я просто помог. Леш, я не мог так больше, честное слово. Ну, прости меня, пожалуйста, прости, Леш. Я ничего не прощаю. Ника верила, что людей прощать надо. Но ее нет. Видишь, как бывает. Я ведь не хотел, чтобы все так. Я же ведь не знал, что... Убирайся. Готовь деньги и убирайся. Если я даже не прощу тебя, то оставлю жить. Уж больно ты жалок.